Умеешь экономить зимой, получи скидку на коммуналку деньгами. Как обещал Кабмин, пользователи индивидуального газового или электрического отопления, которые рационально использовали энергоресурс, получат деньги на руки. В Северодонецке таких потребителей 360. Около 200 из них уже воспользовались своим правом на монетизацию субсидий и подали заявление на возврат денег. Государство готово вернуть украинцам экономию в объеме стоимости не больше, чем 100 кубов газа или 154 киловатта электроэнергии. Если она использовалась для отопления. В сумме это до 700 гривен. Человек, если попадает в этот список, подает до 1 сентября в управление соцзащиты заявление и предоставляет расчетный счет банка, куда будут перечислены ему деньги. Это в эквиваленте не более 100 кубов газа, то есть в сумме это 695 гривен. И после 1 сентября мы будем тогда уже рассчитывать и возвращать эти деньги людям на расчетный счет.